Ну вот читаю, значит, посмотрела я все-таки, что это за Артем пьет. Это вот мумиё, короче, он и пьет. Представляет собой натуральные продукты светло до темно-коричневого цвета, в зависимости от содержания порошкообразные или вязки, похожие на асфальт, со смолистым дымным запахом, типичным для этого вида. Происхождение имени, источник. Так, несмотря на точные ботанические и геологические записи соответствующих отложений, возможно сделать окончательное утверждение о точном процессе формирования, которое может варьироваться в зависимости от места. Необходимые требования к расположению научно обоснованным общим для всех участков является то, что они подвергаются длительному интенсивному солнечному свету. Воздух, особенно чистый, должен существовать особый спектр роста растений. Прежде всего, высшие растения, вырабатывающие млечный сок, особенно виды молоча, являются одной из предпосылок до образования вязкой, но чрезвычайно водорастворимой матрицы мумиё. Кто что мне писал? То мышки накакали, то к птичке накакали. А что Википедия говорит совсем обратное? А? Про мумиё. Сложно высокомолекулярный органоминеральный продукт обмена аэробных микроорганизмов, образующий в процессе разложения растительных остатков, лишайников и смол. Короче, здесь написано так. Про какашки, птичьи или мышкины, что-то не нашла. Сейчас посмотрим дальше. Существует также теория исключительно животного происхождения. Теория образования мумиё рассматривается как аналог образования гуану. Здесь предполагается, что это экскременты летучих мышей. Эти экскременты смываются с гор дождем и остаются в виде остатков трещинах, расщелинах скал. Со временем образуя скопление отложений. Слабая сторона этой теории состоит в том, что на высотах выше 4000 метров количество высших животных, которые могли бы выделять такое большое количество экскрементов, обычно отсутствует. Кроме того, вышеупомянутое должно было бы появляться в типичные продукты обмена веществ, которые нет в ожидаемых количествах. В пещерах мумиё не только собирают с пола, где возможно и вероятно заражение, например, летучими мышами, но и соскребают с потолка. Есть подозрение, что это были исследованы образцы, загрязненные нечистотами с нечистыми сортами. И содержание животных маленькие буквы веществ было признано естественным, хотя это всего лишь остаток. Процесс созревания мумиё в настоящее время оценивается экспертами, господи, примерно в 20 лет, и эта тенденция увеличивается. Но здесь окончательное подтверждение этого обсуждаемого периода еще не получено, поскольку этот период основан на предположениях и прогнозах, которые, естественно, подтверждены статистическими ошибками. Так что это не мышкины какашки. Не мышкины девочки, это какашечки. Уже радует. Это только предположение. А на самом деле доказано, что это вот этот гумус, все, вот эта вот переработка растений и смолы вот этих растений. Так, вот он. Какой пьет. Понятно, значит. Просто название никогда такое не слышал. Мумиё слышала, а это не слышала. Но тоже, наверное,
начать принимать. Хотя я и так нормальная. Короче, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Так хорошо было, когда солнышко, такая погода была замечательная. А сейчас как будто бы опять зима. А было почти, почти как весна. Как весна была. Люди стоят на остановке. Где у тебя это? Наглости нет предела. А что, дома сварить еду не судьба? Тебе говорят, уже на диету тоже садить надо. Девочки? Не, девочка. Берем это. Девочки, а что ты себе такое купить не можешь, да? Мать объедать приехала. А где у тебя? Кто? Что-то это не найдешь ничего. Это беру. Ножик. Это беру. Моем. Всю-то не надо. Я знаю, сколько я кушаю. Мам, ну что стоишь? Помоги мне. Я не руками не хочу так трогать. Вилку надо брать. На, вилку. Вот наглая. И не лень было ехать, чтоб тут покушать, да? Вот как родную мать объедает. Выкормила. Выкормила. Да хватит, куда столько? Я знаю, сколько я хочу. Это не ешь, это тебе жирно. Капусту ешь. А мой? Скажешь, бедненькую, обездоленную. Бедненькая. Бедненькая. Мам! И не лень было ехать. Ой-ой-ой-ой, вон кто-то хлеб кинул. Крыс разводят. Все. Ты так лук режет. Дай мне подумать. Ты вот это ставь назад, не наглей. Сейчас. Вот. Ну вы же ездите в магазин, закупайте. Вы что, капусту купить не можете? У меня не было цай, потому что я работала. А что у тебя сегодня фрай? У меня урлоп. Офигеть, бля, у всех урлоп, кроме меня. Потом я болела, лежала, а мама не пришла и не кормила меня. Сиську, что ли, тебе дать? Всегда вот эти шайсы осталось. Цак. Ты все, ушла от мамы, кормись сама. Сейчас. И будет детей, ты тоже придешь и будешь помогать. Угу, сейчас. Детям мне еще надо чуть-чуть. Сверху. Чуть-чуть. Тама. Вот это? Другая. Вот это? Вот это. Чё? Пришла, хозяйничает, главное. Хватит. Ой, так много не хотел. Обнаглеть. Ах, цибелька, зонт можно еще. Вообще в шоке. В шоке пребываю. До пенсии должна кормить. Деньги, главное, киндергельд я отдаю. Бессовестная мать. Прибежала с работы, что-то так присела на минуточку. Сегодня сходила с Николь. Я ж детей просто так не кормлю. Надо зарабатывать капусту. И смотрю, в Америке турист с Франции нашел в парке диамант 7
с половиной карат. 7,5 карат почти. А что, так можно было? Как он его нашел? Как он маленький такой диамант мог найти? Нифига себе, глазастый. Вообще. Русское золото в Германии. Купить стильное ювелирное украшение в Германии с доставкой. Ничего такие, да? Куда их столько? Я вон как в одни влезу. Ну, бывает еще в другие, и все. И мне лень их переодевать. Почему-то. У пожилого человека, украинец, цоль наш, это как? Цоль как по-русски? Блядь. Таможня. Нашли, короче, сколько они нашли в чемодане у него? 40 чем-то тысяч ойра, что ли? Или сколько? Дедушка приезжал. Блядь. За отопление доплачивать, за то доплачивать. За телевизор непонятно, что происходит. Вот только платить, 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 платить. До 1200 каждый месяц. Бюргергельд, что ли? Что, не жирно это? Не жирненько, я спрашиваю это. Нахрена я вообще работаю? Вон трактористы. Хафен, короче, это в Бремергафене. Это в Бремергафене сегодня перекрыли. Скоро они начнут домой назад ехать. Перекрыли. В порту где-то. Полицай заблокировал. Так, Вустерштрассе. Сенатор Боршнеллерштрассе. Интересно, до скольки они будут стоять? На улице это самое. Сегодня так тепло. Сейчас мы шли с Николь этот пешком. Потом вернулись, нам надо было. И это отец мой ехал. Николь говорит, давай что этот. Опа, поедем назад. Я говорю, ну-ка пешком идти. Никаких машин. Сейчас схожу в душ, посмотрю, что я там сегодня находила. Ну, 14,5 тысяч. 14,5 почти тысяч. И это зимой. А летом-то больше. Кто-то спрашивал, сколько я нашагиваю. От 10. Ну, короче, норму я свою нашагиваю. 8 это у меня само мало. Ну, это если я себя плохо вот чувствую, например, там голова болит или что-то, да, окей, я не хожу, естественно, лёжкой лежу, тогда у меня нету шагов. А так нашагиваю. Бегаем, бегаем туда-сюда. И вот это специально мне выходить не надо, куда-то специально где-то нашагивать шаги. Вот так по дому, по работе, и куда-то бегу, и бегу, и бегу. А специально выходить мне не надо нашагивать. Они у меня почему-то откуда-то сами нашагиваются. Я даже не замечаю. Такие дела. Так, что, надо идти в душ? Все, в душ. Артём пошел на Библштунд, ну, где Библию изучает. А Сережа, у него вторая смена, попозже приедет. А мне сейчас так, раз, два, три. А нет, сейчас я сначала съем свои два яйца, съем морковку.
И все. И отдыхаю, девочки. Всем пока. Прическа у меня. Ну что, ветерок поддувает на улице. Поэтому никакой прически.